А сегодня, в завтрашний день, не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать. Немножко текст по-дебильному написан. У тебя скучное лицо. Тебе никто денег не даст. Глаза только открой и все. Пошел. Пока я не понимаю в голове, как разбивать предложения, я их не могу прочитать с выражением. Я не знаю, где ударение делать. Вылетите. Выйди отсюда. Разбейте. Снег, тот, который выпадал здесь ни один день и ни один час. Значит, под все руки ничего не крали. Під пиздец и під пиздец. Батя, я стараюсь. Юля! Попало все. Когда увидишь своими руками, как говорят, глазами потрогаешь. Хорошо, кровосос. Все. Хватит? Илья, хватит? Да.